Ну, шумиха вокруг этого понятно, потому что это сенсация. Вокруг любой сенсации очень много, она быстро окутывается сплетнями, слухами и так далее. Единственное, что я хотела бы призвать людей, которые сейчас все это слушают и смотрят, пока официально не скажут, что это лекарство создано и разработано, и оно действует на человека в положительную, то есть человек выздоравливает или хотя бы начинает процесс выздоровления, пока точно не скажут, в каких клиниках, у каких врачей и сколько это стоит, потому что, и, конечно, это будет стоить недешево. Вы можете сделать, ну, какую-то инъекцию, да, или что там, какая-то должна быть вакцина, вылечивающая от рака, не вестись на провокации. Сейчас очень будет много мошенников, которые будут везде кричать, что у нас, только у нас, приходите, и неизвестно, что будут колоть, неизвестно, как это будет влиять на организм тех людей, которые поверят и пойдут лечиться. Сейчас, кстати, есть, я уже знаю, как это, прививка от рака. Честно, не могу сказать, правда это, понятия не имею, правда это или неправда, что приезжают, делают прививки от рака. То ли срабатывает эффект плацебо, да, что, ну, может быть, колят какой-то витамин, да, и говорят, но это хорошо, что если витамины, если хорошо, что это колят люди, которые умеют колоть, что это все там без инфекции и так далее. Поэтому нужно ждать и надеяться, что действительно когда-то это будет правдой.